В парке Наташинские пруды прошли показательные выступления воспитанниц Московской областной федерации роллер-спорта. Девочки продемонстрировали номера, с которыми они выступают на региональных соревнованиях. Обучиться навыкам катания на роликах могут все желающие. Каждый вторник и четверг с 19:00 в парке проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Открыт роллер-дром и для профессиональных спортсменов. Мы проводим большое количество соревнований, как городского, так и областного значения. У нас занимаются все абсолютно, и рестайл-слалом, и даже хоккеисты к нам приходят, любительские команды занимаются. Но в основном это, конечно, фигуристы, потому что это все-таки основное поприще для фигуристов. Ближайшие масштабные праздники на этом объекте запланированы на День физкультурника и День города. По завершению летнего сезона начнется переоборудование роллер-дрома. Зимой на этом месте будет функционировать ледовый каток.